Так. Вообще он красавец. Что там квадратный корень из пи? Поехали. А ты полное пи? Ты полное значение пи знаешь? Какое полное? Полное значение пи. Ну я только что очень-то за сотых знаю. Ну-ка. 14 сотых. Так, поехали. Вот теперь я, допустим, задам. Поехали по все так же. Все так же. Задача у меня вообще, да, вы теперь просто меня выталкиваете. Потом у меня вытолк, он стоит здесь. Все, стоишь. Нет, руки не это. Еще одну минутку, пожалуйста. Да. Галя написала, я сегодня с ней созванивалась. Здесь на центре. Летящая, короче, натура. В 12 ей сказала, что круг будет, она приедет. Сейчас спрашивает, ты мне сказала, к 2 приехать, я пишу к 12. В 12 я на горе провожу игру скаутскую. Мне сказал сейчас Андрей, что вряд ли отменяется, тепло будет. Какой-то Андрей, не знаю. Данила, вперед, вперед, Костя. Я не считаю, что здесь важнее. Ну, ты она там одна, если будет инструктор, ну пусть там тогда будет, если она там одна. Как в матрице. Давай, как в матрице. Смотри, твоя задача не руками. Твоя задача именно снимать удар. Да, поехали. А наша задача Данила его вытолкнуть. А давай поможем матрицу на обратную матрицу. Офига. Получится нефиничная матрица. Давай. Сразу тут же сюда. Чем такая же тема? Стоишь здесь, стой. А когда же будете отпуск настроить? Здесь стоишь. Ты здесь стоишь, родина, отечество, мамка здесь, Данила. Быть физически подготовленным к любой ситуации. На центре стоишь. То есть тебя на руку поймают, побьют? Снимай, да. А если вот не понимают языком? Я возьму кирпичи. Ты должен смертельцем пока, ты раз. Из забора дорогу. А физически хватит умений оторвать забор? Нет, мягко смотри, тихо, не бойся. Блин, у тебя страх, братан, врожденный. Сейчас мы сделаем другую вещь одну. Потерпишь чуть-чуть? Я потом тоже потерплю. Смотри, твоя задача, Константин, вставай сюда лицом к нам. Вставай. Твоя задача, каждый раз, когда он будет... Ты сейчас ручки поднимаешь, ладошки поднял вот так. Подходи ближе. Подходи. Спокойненько, вставай, расслабленно. Во-первых, убираем треугольник. Вот стой так пока. Закон треугольника, да, принцип ластунского боя. У тебя сейчас острый угол смотрит назад, поэтому воздействовать на тебя крайне легко. Теперь поменяй ноги вот так, чтобы острый угол смотрел вперед. И чуть уже. Так. Чуть уже, как мишка, да, вот этот косолапит. Чувствуешь, да, саму пошел на ногу? Есть? То есть вперед. Вот, вот такое положение тебе надо держать. Это же боевое, это же прессовое. Вот так ноги, это попадос. Даже на энергетическом духовном уровне, просто мы как воронка, мы там накидываем информации. Просто дуреешь. Да? Вот, положение. Ты с собой телефон? Положение. Ты рассекаешь информацию, которая идет. Твое сейчас положение так. Твое положение. Ручки поднял. По форме. Я сейчас я попробую так не ты стоишь я просто. Твоя задача. Делаешь вот такие действия. Правый. Левый. Моя задача? Да. А моя задача? А твоя задача в тот момент, когда рука коснулась тела, только в тот момент ты снял именно прям сейчас я найду вообще ее да и скину. Да нет, когда рука не идет, не парься, не парься про руку, не парься. Выдохнул прямо. Ну давай. Ты делаешь ладошкой так по-разному, по плечам его разрешаешь, да, ему прям хлоп, понял? Ты со всей силы прям хлоп такой делаешь, как будто массаж, да, как будто брата бодришь, но прямо. Вот, ну как плетку в состоянии плетки, руку расставь, ладошку сделай, лодочку сделай. Сделай сейчас сам, да. Не знаю, трудно это или легко. Так, а теперь давай смотри со мной, расставь руку, расставь. Лодочку просто сделай, ручку здесь расставь. И вот у нас такие же. Данил, напряжен, твоя задача, руку расслабь. Твоя задача расслабленной рукой. Вот только здесь. Только здесь у тебя ковши. Рука сама расслабленная. Смотри, вот как ты делаешь напряженный. Да? И как я делаю расслабленный. Разницу чувствуешь? Да. Расслабленный. Поехали. Левый, правый. По бокам, по плечам, по животу. Как плеткой, да. Парадоксально, но сильнее получается расслабленный. Да, поехали. Левый, правый. Тихо, не торопись. Чик. Не торопись.
То есть, ну, такой же кительный, просто у девочек он приталенный. То есть, если по ногам можешь его даже обслужить. И юбка. Не торопись. Костя, а ты чуть-чуть поднапирай его, уйди на него, чтобы он тебя как ударами вот сдерживал. Это просто почти выглядит, поэтому да, не да, ты снимаешь. Так, да. С значит, воротничком, как вот на той фотографии мужской. Китель такой? Да. Данил, сними, хлёще. Положение ног правильно прими. Положение ног правильно. Хлёще. Просто есть руки подними. Указ президента по форме показать. Но женская форма там не предусмотрена. Я жду, пока у меня там маски, если там женская форма не выглядит. Вот это сейчас будешь на себе испытывать. Я женская форма делает по тебе удар. Тебе нужно тело, у тебя колыхнулось. 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 Расслабься в спине. О, прям вот так, как будто одергиваешь. Чувствуешь, да, куда рука пойдет? Понимаешь, да, куда будет идти? Я, насколько знаю, то место, разница оп, между полицейским и очком. Оп, с выдохом. Светим, ну, оп, я как бы в ту сторону движения делаю. И ты сопровождаешь движение. И вот, дай руку поставь. Прись меня. Вот смотри, вот ты меня столкнешь, да? Давай, упирайся. Да. Ты меня сталкиваешь. Да. А что ты меня столкнул? Упирайся дальше. Нет. Да упирайся, не ссы. Не ссы, упирайся. Да, другое плечо. Упирайся. Оп. О, короче, я знаю, что тут прятал, кстати, фотка тоже была. Оп, и стоящий, кто-то реально купил форму, так, как полагается, казачью, оп, а кто-то купил полицейскую, то есть нашивки просто. Смей, бей. Разница в цвете, а еще. 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 Оп. Вот теперь так же Константин будет с тобой. Добротно, да, так это? Поехали. Нет, не уловил удар плечом. Не упирайся, а наоборот. А здесь идет правильно. Ну давай. То есть у нас так же открыто здесь? И рубашка. Ты слови этот образ, да, куда он будет Настя делать сейчас, ты это поймешь. Не успеваю сориентироваться. А ты не руку смотри, а ты намерение его слови. Расслабься. Такие маленькие на меня есть? Расслабься. Так, а мне руки может жить? Да. Ты не сражаешься, ты сражаешься только темп. Нет, ну скорее. Ну, понимает, у меня один психотерапевт уже устроит в милиции. Да. Просто пиджак. Мягче, 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 Данил, мягче, мягче. Мягенько. О, мягенько, мягенько, мягенько. Жестенько. Мягко, мяу. Вот как тебе угодно. Хочешь квадрик, хочешь пошапку. Ты не назад идешь, а ты на него вперед идешь, да, вперед от Константина идешь. А, я же да, не так иду. Да, 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 он тебя, видишь, сместил. Давай. Оп. Давай, давай, давай. Давай. Так. Если в срочном порядке шить. Так, ноги, ноги как тоже отработали. 10 тысяч, за что? Ноги, это даже без рубашки, это да, просто ноги, а ножки быстрее, да, сами реагируют. Но они специализированы, пишу только как закал, короче. Так, стоп, да? Теперь смотрите. Есть машина, мне дарили машинку, я попользовалась. Я руки ставлю. Да, она... Смотри, я руки ставлю. Со всякими программками, так делаешь. Не понимаю, ничего. Сейчас, это ты. Держи, да, ложечка обладается, да? Я делаю. Раз. Хорошо, надо себе выбрать день, купить форму. Три. Идет действие правой. Понятно, дело. В голову. Оп. А у тебя как вообще говорят? Левый. Оп, ладошки так же держи. Три работы. Это от чего зависит? Еще раз, смотри. Перед собой даже, даже за тебя. Понял? Раз, два, три. Чик, 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 чик. 6 часов. Оп, оп. 30 декабря? Оп, оп. Оп, оп. Постарайся прям ладонью сидеть в голову. Потому что если ты даже ладонью попадешь, нормально, я вытерплю. Еще раз давай. Раз. Понял? У тебя домик. Сейчас управлять можно? Бах. Если просто рукой бы здесь, давай. Бам. Еще раз. Я ручки понял, что делаю? Снимаю. Только не на себя, а с себя. На себя хорошо удар, если прямой взять. Давай прямой. То есть я тут на себя делаю. Когда боковой, лучше снимать. Как вот это здесь, и отсюда может идти всякий раз. Не могу и не буду. Потому что когда на себя, как это лежим. Хорошо, когда есть такая возможность. Приветствие. То есть хоп, удар снял. Хоп. Это же вот оттуда, ну, отчасти оттуда пошло. Ты понял? Так, а кто у нас уворачивает? Ты. Я уворачиваюсь. Да.
Двигайтесь. Тут просто расписано, как тут должно быть, сколько сантиметров, миллиметров, это именно мужская. Раз, два, ручки перед собой схлопнул. Раз, оп. Раз, домик уходи, Данил, руки не убирай. Оп, домик, Данил, домик, руки не убирай. Просто нас нету. Раз, вот, оп, молодец. Быстрее, Данил. Оп, молодец. Сразу же, когда встаешь с ног, уже бьешь. Да, молодец. Да, поехали. Можно представить. Оп, поехали. Подальше от него отходи, Данила. Меняй расстояние. Дальше. Молодец мы. Давай, не останавливайся. Раз. Пошел. Все правильно, Константин будет руки менять свои. Как он первый, второй. Делать. То есть казаки, которые раз, форма. Два. Давай. И удостоверение, есть казаки, которые. Только ты встаешь, сок уже пьешь. Чик. Давай, Данилка, давай. Вот прилетели, сразу сели. Давай. Оп. Встаешь, сразу бьешь. Оп, сразу бьешь. Чик, стоп. Смотри. Вот ты присел. Давай, ручки подними. Как будто я это ты. Сейчас Костя будет делать то, что я делаю. То, что Костя должен делать. Раз. Видишь, делаешь. Ты просто делаешь. Это цели, в которые надо попасть. Раз. Два. Три. Пошла уже. Ба. Сказать, у нас должно быть вырез должен быть. Ба. Тут же отсюда я пошел. Вот только присел. Только смотри, как ты делал. Ты присаживаешься. Встаешь и потом начинаешь делать. Вот только с этого положения и тут же сразу пошел. Бам! Поехали. Нет, ты держишь руки. Раз. Сразу другой рукой удар. Другой удар. О, молодец. Как у вас подается? Подожди, я держу. Удар. Раз. Ой, два. Да. А ты снимаешь. Вот давай. Если он правый идет, я получается вот так, да? Смотри, идет удар правый. Давай, как сам. Как видишь, изнутри, как да. Сам, как сам. Наоборот, ты снимаешь. Ты подсаживаешься под свою руку. Нет, вот это. Ты подсаживаешься под свою руку. Костяков кидал, кстати. Да. Получается, пошла рука. Давай. Бах, пошла. Раз подсел, давай другой рукой. Чик подсел, да. И тут же, да? Все мясо. Да. Так, ладно, давай попробуем. Двигайся, да, ну ты двигаешься. Как они на замках. Да. Раз. Раз, да, два, да. Сразу ручки держи, да, сразу ручки принимай. Я просто хочу стоять. Оп, сразу ручки держи. Бей. Костя, ноги уже. Я не на застежке хочу, а пробую. Стоп. Можно ему разрешить, чтобы он посильнее? Да, конечно. Это, Данил, давай. Ты держишь руки. Вот смотри, ты держишь руки. Он ударил раз. Давай. Раз, два. Прям. Оп, плечом замахнулся. Ручки поставил. Замахнулся. Ручки поставил. Хоп. Понял? Прям плечом замахивайся. Понял? Хорошо, поехали. Плечом. Раз, два. Да. Двигайтесь. Данила, двигайся. Ты ведущий. Ты. Ну, ты ударишь. Даша, а можно музыку включить? Да. Телефон. Да. А ты можешь на нагрузку чуть-чуть прям попробуешь? Или нет? Не да. Сейчас прям попробую ударить. Да. Попробую так вот. Я сейчас, знаете, на что предложу? Давайте мы все перейдем. Давайте мы сейчас все перейдем на мешки. Задача такая. Вот поделали, да, момент. Теперь задача такая. Может, не париться. Может, я сильно парюсь. Турник, короче, смело возьму, да? Задача такая. Делаем действие. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На меня десятку шить.
тяжелее. Они так же растут постоянно. Данила, ты на тот, на детских, это детские мешки. Прямой. Прямой ладошкой, ладонью, не кулаком, не кулаком, ладонью прямой, ладонью, бам. Сейчас еще раз смотри, ради прикола. Костян, смотри, какая штука. Вот, например, делаю кулаком, есть один принцип. Твердое по мягкому, мягкое по твердому. Если я кулаком, например, в голову попаду, ну, мне будет больнее кулаку, чем в голове. Потому что, ну, как бы, да, лодочник. Да, ну, я... Понимаешь, да, как бы, бах, кости там. Поэтому лучше ладони поставить. В чем преимущество ладони? Зацепить можно. Можно обкатать. А когда ручка в кулаке сжата, маленький даже подгиб, да, кулака уже растяжение может быть. Ладонь ты так не растянешь. Ей можно прям... Есть еще момент, у тебя рука в длине, когда... Ладонь. Где? А вот, тут есть еще, что вот на 5 сантиметров больше. Константин, кулак сожми. Два пальца по челюсти и все. Теперь смотри, насколько больше ладонь. Блин, ну пальцы... А теперь поставь свою руку. Поставь руку, ладонь, нет, ладошку, 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 как это. Смотри, бью просто ладонью. Да, я пальцами, я не ладонью, да, смотри. Бью просто ладонью. Просто ладонью. Бью кулаком. Блин. Тяжеловато, да? Теперь смотри, пальцами. Только не представляю, да, нарисую. Понял? Прикинь, точечный удар, там, бах. Ты так же работаешь. Ничего не мешает нам вот это сделать действие. Но когда ты здесь, ты их труднее рожать, представляешь? Рожать проще, чем рожать. Поверь, вот просто поверь. Да. Вся техника... Так, сломанные костяшки, ты не сможешь, например, с землей работать, он не сможет там, да, ну не сможет ничего делать, когда руки сломаны. Клетки всегда жалели, ну, как, ноги и руки. Ногами били в крайнем случае. Вот, но всякие интересности были. Это пах, живот, там мягкий, да, ткань. А ладонь что, это отрабатывает. Кулаком тоже можно, но если это, я знаю, что живот. Я знаю, да, что можно бах просадить. Ладонь трудно печень прописать, потому что там ребра все-таки амортизируют. Короче, прям мини такой вырез будет вот такой. Но кулак это крайний случай, как и ноги. Поехали, ладонь прям закидывание. Все, ты как? Прямая. Нет. Вот или просто? Нет, а, смотрите, так же как лавочки. Раз, два, три, четыре. Прям закидываем, да. Положение ног. Двигаемся. Одинаковый ритм. Стоп. Все, ритм запускай. Стоп. Один ритм. Ритм запустишь? Нет. То есть, и раз, каждый удар, это раз будет. Данила, ритм один держи. Кости. Двигаемся, нога, двигаемся. Это полицейская. Руки не перед собой схлопываем, а руки вот здесь схлопываются. Руки вот здесь схлопываются. Да. Да. Не опускаются руки, не опускаются руки. Зачем их опускаются? Ну даже не вот так. Не опускаются руки. Да. Давай, сильнее, давай, сильнее. Ритм делаем один. Сейчас покажу еще раз, друзья мои, технику передвижения, что надо, что я хочу добиться от вас, да, прошу. Сначала мешок или человек? Смотри, сначала на мешке. Вот две руки здесь. То есть даже если руки оппонента вот здесь, я могу сбивать. Когда вы руки вот здесь делаете, автоматически мы пускаем, правильно? Ну, хотите вот этот сук скинуть. То есть здесь для нас рефлексия такая. То есть бах, я сбиваю руки вот здесь. Сбил, прошло. То есть здесь руки не держим. Руки к себе не прижимаем. А у вас вот реально, вот я с стороны вижу, да, бах, а потом они вообще вот так. Вот уже рука опустилась. Ручки держим здесь. Первое. Идет движение. Могу сказать, да вот у меня расстояние маленький угол, да, взрывной. То есть нет замаха там и прочее. То есть от короткого вот этого удара бедро. То есть коротенькие удары, они идут. Если надо, это скорее тычки даже, не удары. То есть если надо ударить, например, ты там меня бах ударил, меня раскрутил, я отсюда могу. Это будет удар. А все это остальное это тычки. Тычки и сбивки. Второй, да, момент? И третье, идет действие,
не сюда уводите. Данила, не вот сюда уводите. А вот. У вас руки вот здесь. Одна здесь, когда другая бьет. Другая здесь, да. И. Я что делаю? Я двигаюсь, я хожу вокруг. Понял? Понял? Да. Я сам понял? Поехали. Вот отсюда и прям поехали. Меняешь радиус движения. Вот, вот так. И двигаешься до сюда. Ноги уже. Костян, руки могут перед собой. Дальше от себя, дальше руки от себя. Быстрее. Передние боковые. А теперь передние, боковые, боковая с обратной. Такие, давай. То есть бам-бам, можно даже двумя делать, потом бам-бам с двумя, потом бам-бам, бам с двумя, то есть дополняете, да, две тоже делаете, удар. Это поехали. Вообще, знаешь, даже пишут казачья форма традиционная, филипп в пол и такая грузочка, то есть у меня так есть надо, что делаете, форма, да, просто один. Обязательно передняя, боковая и боковая с обратной. Стоп! Еще раз. Как будто мы играем в ладушки, да, смотрите. Перед собой. Вначале как бы мой недочет, да, сейчас мы точно проиграем в ладушки, да. Перед собой. Раз, два, две, бам, бам, две, бам, 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 две. Потом дальше переходим. Бам, бам, две. Потом следующий перейдем. Бам, бам, две. То есть полностью, да, обыгрываем. Поехали. Данила, двигайся от одной стены к другой. Константин, да. Смотри, какой, да, толчок хороший получается, когда можно отбросить. Не обязательно ввязываться там в сражение, в схватку. Ты можешь просто погасить человека, там, бух, прижать его. Поехали. Можно почистить. Вообще кто набирает, Даша? А я же говорю, что что-то Леша говорит, у нас все пропало, блин, что за прикол? Он что-то, что случилось-то? Может, кто обворовал? Опять надо знать, какую у них муку замутал. Я чувствую, что-то они такое-то готовят. Данила, двигайся. Да, хорошо. А теперь разогрелись, да? Встали, веретенышко поделали чуть-чуть. Поделали веретенышко. И теперь предстоит самое интересное. Твое сражение с Константином, потом мое с Константином или с тобой, то есть как это, как захотим. То есть мы непосредственно поработаем, чтобы каждый находился здесь, и каждый против одного другого выдержал, потом еще против одного другого. То есть каждому, помнишь, да, как делаешь? Каждый против пятак отстоять. Какая прям комбинаторика, а потом мое с тобой. А потом с тобой, да. То есть ты с каждым из двух, я с каждым из двух, и Костян с каждым из двух. Кто первый? Давай я с Костяном. А кто здесь на пятаке будет стоять? Данила. Ты, Костян, хорошо. Ты, Костик, на пятаке. Все тоже, все, но без фанатизма, друзья. От полскорости, полсилы. Все тоже отрабатывайте. Разрешается ноги. Поехали. Стоп! Данил, не прям так вот это, условно. Ладушки нет. Ты делаешь действия, да? Ты делаешь действия, которые ты через игру в ладушки ты приобрел навыки. Но не надо с ним играть в ладушки. Это условно твой брак. На самом деле он не брак, конечно. Сейчас я с ним сыграю в ладушки. И снял штаны. Понял?
То есть Владушка, как бы ты сейчас не играешь? Он трубку не берет, дружище. Чек тоже не берет? Да, я же смс. Давай, поехали. Кто-то из вас один устанет, когда один устанет, я подключу. Если это Данил, например, не Данил, сможет. Ногами его бей. Данил, ногами. Ну как, двигайся, двигайся. Он не может с квадрата вообще уходить, у тебя есть плюс. Он не может выходить отсюда. Руки не опускать. Руки не опускать. Слушай, вам не холодно? Нет. Ну вы просто сидите. Можете пух включить? Давай. Руки не опускать. Данила, Данила, как ты до этого отрабатывал, туда же прям всаживаешь. Давай, давай, голова, нормально, нормально, все делай. Нет, не переживай. Данила, двигайся, руки держи, двигайся, бей, 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 бей. Он тяжелее на 40 килограмм, он быстрее устанет, по идее. Ты бери ловкость у него. Вот, видишь, занят. Но ты его, да, ты где держишься. То есть, в принципе, задача вышибить оттуда с пятака, как царь горы, да? Но здесь мы вышибать, конечно, не будем. Не уходи оттуда, ты где держишься. Образно, раненый друг лежит, или ты, не знаю, или там... Брешь в стене, надо, нельзя уходить. Давай, Данила, пошел, пошел. Руки, ноги, щипки, удар, уколы, все делаешь. Двигайся, двигайся, двигайся. Данила, двигайся. Восьмерочки обкатывай, все так же, зацепляющих. Хочешь, если там, может быть, попробуй бросочек сделать. Разрешается, колесо делай, все элементы, да, все разрешается. Ты должен шокировать. Представь, Константин, это некая жизненная проблема, да, которая у тебя появилась. И ты должен ее обкатать, да, играючи, красиво. Поэтому здесь изобретательнее будет. Да. Давай, 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 давай. Двигайся, Данила, двигайся. Костик, если он тебя не очень понимает, посильнее хлестывай прям. Ну, чтобы это безопасно было. Данила, быстрее, 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 вперед. Обходи, нет, со всех сторон ходи. Обходи, конечно. Корочку. Колесо корочку? Можно давай, обкатывать. Давай, я думаю, курточку, но нет, надо. Не давай, давай, давай. Вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед, вперед. Все правильно, Данила, ломись, ломись, ломись. Зацепляй, за руки его держи там, сюда. Сдерживай. Завтра-то это в круг-то в силе, все будет. А теперь давай элементы пляски включаемся. Самое интересное, поехали. Силы есть? Ну, давай его на центр. Уходи его на центр, мое уже пока отдыхали. Итак, итак. Устал, хорошо? Давай, давай, давай.
Крутись, крутись, Данил, крутись. Крутись. Ну, пятак. Молодец, давай, крутись. Хоп, подкинул, я зацепил. Оп, давай. Чик, практически. Давай, крутись. Коленочки, бам-бам, добивай, бей. Бей коленом. Бум, еще. Еще нормально. Да, давай. Давай. Хоп. Давай. Пятачок. Бум. Пиум называется. Да, пятачок. Поворский супер. Подсек. Раз, подсек. Молодец. Ножку сразу болевой зацепил. Перешагивай через... Нет. Нет, держи руками. Перешагнул через меня, через ногу. Держи мою ногу. Ну, в своих руках держи ногу. Пяточку выкручивай. Возьми под пяточку. Под пяточку и за носок. За носок. Нет, под пятку и за носок. Только тихо, аккуратно. Да, и пошел выкручивать. Тихо, нет, дай ему. Здесь. Раз, да. Пошел, выкручиваешь. А я что, ты меня не выкрутил, я знаю, что делаю. На пятак, быстрее. Продолжаем. Тихо, нормально? Более-менее. Вот так уже? Прости, пожалуйста. Так, давай, Костян, я на пятак и Костик на меня. Отдыхай пока. Да. С тобой трудно бороться. Ну, тяжелый сильный. Ну, тебе, наверное. Он ответил. Ответил? Что да, в курсе не круг, а расширенный совет правления будет. Что? Не круг будет, а расширенный совет правления. Ага. Все к силе написал. Хорошо. В одной цветовой гамме. Вы смотритесь, кстати. Синий, вот вот нога! Я помню. Ты помнишь, Костик не помнишь. Ну, идет. Ай! Со спины на брата, как ты посмел. Добрый. Ой,
нас вымолить решишь?